времени суток. Всем привет! Приготовим сегодня маринованные кабачки, как огурцы. Для начала кипятим крышечки, стерилизуем 2-3 минуты, 5 минут варим. Сварили крышки, а теперь баночки наливаем водички грамм по 100, отправляем в микроволновку, включаем на 10 минут. У меня литровые 5-7-сотки, я 5-7 минут. Тоже в микроволновку отправляю и стерилизую. Кабачки берем, то есть сколько вам нужно, например, примерно 2 кабачка небольших лезет в литровую баночку. Это 700-800 грамм. Вот такой наборчик нам понадобится. Я взяла морковочку для декора и красный острый перчик. Вот эти хвостики я сушила петрушку, укропчик недавно оставила, не выбросила. Они нам пригодятся для маринации наших кабачков. Также горошек, перец, душистый перец, смесь перцев, что есть. Лавровый листочек, соль, перец, уксус пойдет у нас для маринада. Уксус можно взять 9% столовый, у меня 6%, у меня уксус белого вина, вернее. У меня пойдет примерно 6 ложечек на литр воды. Если 9%, то 4 ложки достаточно столовых уксуса. Итак, кладем лавровый листочек по одному листочку, душистый перчик штучки 2-3 и горошек штук 10. Это мы кладем под низ и сверху еще по штучек 10 горошка мы добавим. Закладываем хвостики укропа, петрушки. Можете прямо свежий укропчик и петрушку взять с листьями, скажем так. Я же, как видите, хвостики добавила, положила. Этого достаточно, так как весь аромат и запах идет от стеблей зелени. Ну что ж, укладываем все в баночку, порезали кабачок вот такими вот слайсами, где-то сантиметр толщиной. Морковочку я режу для декора, как я сказала, для украшения. Тоненько-тоненько можно. Все, укладываем кабачки и морковочку сверху добавляем, чтобы было красиво. Кабачки я порезала где-то сантиметр толщиной. Добавляю штук 10 горошка сверху еще. И все, наша баночка готова. Если есть еще остались стебли, добавьте обязательно их для украшения вот таким вот образом. Все, мы уложили, теперь режем острый перчик. Я буду 2 баночки делать острые кабачки, и 2 баночки у меня будут просто без перца. Нарезаю также тоже где-то сантиметр толщиной кабачки и все укладываю в баночку, и также добавляю перчик острый. Когда укладываете баночку, потрусывайте немножечко, тогда у вас больше кабачков уместится. Уложили, потрясли баночку, пошевелили, оно еще укладывается, туда добавляется. Все, сверху кладем штук 10 тоже горошка перца черного. Всю баночку уложили, оставшиеся стебли добавляем в баночку, засовываем их красиво. Все, баночки готовы, кипит чайник у нас, закипел, засвистел. Заливаем горячим крутым кипятком и оставляем минут на 15-20. Тогда мы сольем воду в кастрюльку, естественно, я буду по 2 баночки готовить, так как у меня 2 баночки острые, значит, будем отдельно сироп готовить. Так как если мы всю воду сольем в одну кастрюльку, естественно, сироп перемешается, будет весь острый. Значит, по 2 баночки будем сливать, считать, сколько будет у нас литров или миллилитров, и будем на литр воды готовить сироп. Все, вот видите, я измеряю, постояла 20 минут, они постояли у меня, теперь сливаю вот пол-литра. И со второй баночки тоже доливаю и считаем, сколько получилось. У меня не хватает еще, чтобы получился хотя бы литр. Добавляю еще 200 грамм водички, чтобы был литр, иначе я не посчитаю, сколько нам надо всего для маринада. Итак, а потом острый буду готовить, сливать воду отдельно. И тоже то же самое, столько же сахара, столько же уксуса я положу. На литр воды, вот мы вылили примерно литр воды. На литр воды я беру ложку полную с горкой соли, 1,5 ложечки сахара и половиночку. Вот так вот. И я налью 6 столовых ложек уксуса, у меня 6%. Если же у вас столовый уксус 9%, налейте 4 ложечки, будет достаточно. У меня 6, еще раз повторяю, поэтому я 6 ложек влила. Если у вас 9%, влейте 4 ложки, достаточно будет. Размешали, поставили на печку, прикрываем, чтобы быстрее закипело. Как закипит, буквально пару секунд, сироп готов наш, маринад. И зальем наши баночки. И закатываем, переворачиваем на стол. Укутывать не надо, оставляем до утра, они остынут. Убираем в шкаф или в погреб. В моем случае все хранится в шкафу на кухне. Рецепт оставлю под видео в описании. А еще под видео в описании ссылочка на наш семейный канал. Заходите и подписывайтесь. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые-добрые пожелания. Также поступлю и со вторыми баночками. Кабачки можно будет попробовать через 1,5-2 месяца. А лучше к Новому году. Вот видите, у меня осталось всего 50 грамм водички. Ну и конечно же, по желанию можете добавить по пару зубчиков чесночка в каждую баночку. We'll be right back.
Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!